Давайте проверим очередной совет из ТикТока. Увидела. Женщины рекомендуют капусту заморозить в морозилке, и тогда ваши голубцы будут вкусные. Капуста будет мягкая, сочная, не нужно будет возиться, отваривать ее, что-то делать отдельно. В общем, я решила проверить. Капусту заморозила, достала все ее специально заранее с утра, чтобы в обед начать готовить. Дальше мне по стандарту рис, стакан хорошо промываю, нарезаю лук, две головки чеснока у меня, и достала морковку, она у меня замороженная. Отправляю вариться рис до полуготовности, 10-12 минут, потом хорошо промываю его под проточной водой. Готовим нашу зажарочку до золотистого цвета и соединяем фарш, у меня здесь 400 грамм, рис и зажарку. И вот тут вот началось самое интересное. Хотя я капусту достала заранее, она за полдня не растаяла толком. Я сняла верхние листья, а нижние были заморожены. Мне приходилось каждый слой листьев снимать, ждать, когда капуста еще чуть-чуть потает, ждать, когда потают эти листья. Потому что, естественно, в замороженные листья вы не сможете закрутить фарш, они бы ломались. И в итоге я эти голубцы, наверное, делала несколько часов. Вместо там каких-то 20 минут. Все, конечно, приготовилось, но все сварилось, а капуста была мягкая, да, хорошая, но я так больше делать не буду. Проще положить капусту в микроволновку на 10 минут или просто залить кипятком листья на 20 минут.